«Только вперед» – таков жизненный девиз тренера по плаванию Татьяны Захаровой. Уже более 12 лет она работает в бассейне «Дельфин», и за эти годы не сосчитать тех, кто с ее легкой руки не просто научился плавать, но и достиг отличных результатов. Сейчас под крылом Татьяны Юрьевны более 100 учеников, среди которых немало детей с особенностями развития и суровыми медицинскими диагнозами. Именно реабилитация – главный конек тренера Захаровой. И этот осознанный выбор она сделала еще в юности. Случилось вот несчастье у меня такое в семье, что человек заболел, и приходилось много информации получать именно в реабилитации. И я очень много ездила и видела таких людей, и мне хотелось им помочь. Процесс реабилитации очень трудоемкий и, к тому же, требует деликатного подхода. Но наблюдать за теми, кто еще вчера боялся просто посмотреть на воду, а сегодня преодолевает бассейн за бассейном – особое удовольствие. Именно успехи юных пловцов мотивируют Татьяну Захарову изо дня в день и настраивают на дальнейшие победы. А благодарные глаза, радостные улыбки и счастливые лица учеников – еще один вдохновляющий бонус в ее работе. Для меня лучшая награда, когда ребенок улыбается, когда у него получается, и он выходит с занятий и говорит: «Татьяна Юрьевна, спасибо вам, что вот вы меня этому научили, вот этому упражнению, то у меня получилось оно». Жизнерадостная, улыбчивая, всегда в отличном настроении Татьяна Юрьевна оставляет все житейские трудности вне стен бассейна. И тренер прекрасно понимает, что является для воспитанников примером. Будет оптимистична она, и ученики настроятся на нужный лад. Вот и 16-летний Игорь Поляков отвечает взаимностью своему тренеру. Молодой человек старается не пропускать ни одного занятия, ведь на тренировках он находит отдушину. Человек, она очень хороший, не только как человек, но и как тренер. Любой, кто сюда приходит, неважно, как здоров ты или у тебя какие-то проблемы со здоровьем, но ты можешь быть уверен, что с такими тренерами ты, безусловно, научишься плавать и приведешь себя в физическую форму. С Татьяной Юрьевной очень легко работать. Легко плавается под чутким руководством Татьяны Захаровой и маленькой Варе Яковлевой, которая перед погружением в воду отбрасывает костыли и забывает о них на все время занятия. По словам девочки, тренер для нее почти как вторая мама. Она очень добрая и очень хорошо умеет нас учить. Это самый лучший тренер. Когда я вырасту, я хочу стать тренером, как Татьяна Юрьевна. Пользуется уважением Татьяна Юрьевна и в преподавательском составе. Коллеги тепло отзываются об этом человеке с большим сердцем. Все дети очень ее любят, обожают, показывают хороший результат. В работе с ней работать легко. Она все время окажет поддержку детям, мне как коллеге. Свою работу она любит и выполняет ее добросовестно и вполне справляется с ней. И значит, Татьяну Захарову можно без преувеличения назвать счастливым человеком, который всей душой отдается своему благородному делу. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.